Всех приветствую на моем канале, друзья. В этом видео будет сборка движка 4G63. Вот он, блок, абсолютно без ничего. Балансиры уже удалены, вкладыши развернуты на 180 градусов. Вот они два, один и два. Сейчас будет установка вкладышей, то есть прежде чем по-нормальному ремонтировать двигатель, нужно вообще все отмыть, абсолютно все, чтобы ни песка, ни пыли, вообще ничего не было, все каналы вот эти, все продуть. Вот у меня сам канал вот этот, и вот здесь вот шестигранником закручивается, вот он шестигранник. То есть откручиваем, там все продуваем, все промываем. Двигатель я мыл керхером на мойке, с пеной, с химией, с чем только не мыл, короче. Ну, все нормально вообще. Также покрасил его, загрунтовал. Лаком обязательно надо покрывать. Да, что-то я простыл вообще. Так, ну ничего. Вот вкладыши у меня. Комплектик коренные и шатунные вкладыши фирма Тайхо, вот она, то есть японская, не знаю, будет видно, не видно, то есть как бы вот эти вот все наклеечки, ну в принципе также можно все подделать, как бы они вот там отражаются от цвета. Ну ладно, это не суть. То есть дешевле аналога, я не знаю. Примерно вот эти вот шатуны. Аналог стоит в порядке. Ну, короче, не буду называть сумму я, но во много раз они подешевле. И то есть и качество тоже оно нормальное качество. Даже, ну, отличное, скажем так. В интернете отзывы есть, все почитайте. То есть, а вообще на Toyota, тойотовские вкладыши там приходят в этой же там коробочке, в Тайхо. Вкладыши точно такие же, то есть и маркировки, и все полностью. Но по сравнению с оригиналом, вот оригинал у меня, маркировки на них разные идут, но размер один и тот же. Короче, цифры разные, абсолютно разные, но размер один и тот же. Так, начинаем установку. Лампу закрепим сейчас. Вот, берем вкладыш, то есть все протираем его. Он так чистый, но лишнего не будет точно. Лишнего не будет, это точно. Матрица. Берем. Смазываем. Тонким слоем все. Вот это все посадочное место. Как бы я работаю без перчаток, так и разбираю все в перчатках, когда все грязное, а собирать вот я люблю чисто вот
без перчаток, чтобы как бы все прочувствовать. И вот этот вот паз смазываю, обязательно вот этот паз, чтобы у нас он там сел после вкладыш. Ну и устанавливаем одной рукой, конечно, снимать, ставить. Ставится он от руки вполне прям без проблем. То есть раз, вот я чуть поднажимаю от края. То есть он прям сел. Сидит, все, он сел. Не подбивать ни молоточком это. Ничего не нужно. Так, один я установил. Второй у меня уже идет в крышке. Но это все потом, они точно такие же, они одинаковые абсолютно. Вот он, что верхний, что нижний. Абсолютно одинаковые. Так, ну и следующие вкладыши устанавливаем все точно так же, как вот этот первый. Также мажем. Тонким слоем масла. Да, они абсолютно все одинаковые. То есть с проточкой ставится в двух местах, а без проточки. Сейчас я покажу их вам. Да, и с ними надо быть очень, очень аккуратно. Потому что они царапаются очень вообще легко. С ними нужно быть как с золотом, чтобы не оставить отпечаток пальцев. Вот. Четыре идут без проточка. Четыре с проточками. Так, ну сейчас я здесь протру их. Масло какое-то очень густое, липкое. Не буду ставить, но ставим так же. Вот сейчас я покажу вам.